Съемочная группа общественного телевидения «Приморья» находится в следственном изоляторе номер 1 города Владивостока. Голосование проходит без нарушений, об этом заявляют члены избирательной комиссии и наблюдатели. Голосуют люди по спискам, партиями по несколько человек, женщины и мужчины отдельно. Всего на этом участке находится 790 избирателей. И о том, как проводилась здесь предвыборная агитация и проводилась ли она, рассказал Сергей Комаров, заместитель начальника СИЗО-1, председатель избирательной комиссии. Предвыборная агитация, естественно, у нас проводилась. Размещались плакаты о кандидатах с фотографиями, о всех данных, какие планы у кандидатов. Все были проинформированы, плюс привозили нам агитационные газеты кандидатов. Все это раздавалось по камерам, по постам. Всего на территории края действуют 5 участков, где голосуют содержащиеся в учреждениях ГУФСИН. Самый большой – это СИЗО-1 города Владивостока. Также голосуют СИЗО-2 и СИЗО-3 в городе Уссурийске. СИЗО-4 в городе Спасске-Дальнем. И помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора в Большом Камне. Там действуют выездные избирательные участки. И всего голосуют 1500 человек. Ну а мы продолжаем следить за ходом голосования в крае. Татьяна Меньшикова, Игорь Лещук, «Панорама».